Спор идет не между наукой и религией, а между наукой одной религии и наукой другой религии. Креационизму, библейскому учению о сотворении мира Богом, противопоставляется не наука, а религиозная идеология эволюционизма, религия гуманизма, веры в человека. Название «гуманизм» звучит так привлекательно, оно созвучно со словами «гуманный», «гуманитарный» и тому подобное. Но это не должно вводить нас в заблуждение. Речь идет о религии поклонения человеку. В соответствии с доктриной гуманизма человек является высшей реальностью и относительной мерой всего. Почему относительный? Да потому что человек сам по себе не абсолютен. Например, наше мнение может произвольно меняться в зависимости от получаемой нами информации. И какой из них тогда считать абсолютной точкой отсчета? Вчерашняя, сегодняшняя или завтрашняя? При таком подходе все в мире является порождением случайности, предназначения нет как такового, ведь оно же определяется создателем, существование которого гуманизм отрицает. Истина в этом случае тоже относительно и сводится к разнообразию человеческих мнений. Мораль же ситуационна. Я отобрал у тебя деньги. Хорошо это или плохо? Смотря кому, мне хорошо. На самом деле тебе тоже хорошо, просто ты еще об этом не знаешь. Ведь выживает наиболее приспособленный. В следующий раз ты окажешься наиболее приспособленным и отнимешь вдвое больше. Я преподал тебе урок, а за образование надо платить. Как ни парадоксально звучит, для гуманиста даже человеческая жизнь как таковая не имеет принципиального смысла и ценности. Ну, понятно, что моя жизнь мне дорога, но только моя. Поэтому, если для ее поддержания нужно использовать чьи-либо органы или, скажем, стволовые клетки, полученные из эмбрионального материала, то есть из еще нерожденных младенцев, то в чем проблема? Для человека, молитвой которого стала «Да будет воля моя», жизнь превращается в служение себе любимому. Удовлетворение собственных желаний приобретает сакральный смысл, и потому гуманист не нуждается в дополнительных религиозных обрядах. И именно отсутствие обрядности – является аргументом, что ни гуманизм, ни атеизм религией не являются. И говорить о них приличествует лишь как о видах мировоззрения. Но сущность-то их от этого не меняется.